Всем привет из Калифорнии! Так, сегодняшнее видео хочу сделать о зубах. Ой, такая погода сегодня классная вообще. Что-то я хочу сказать, что собака у нас пропала. И до того, как я уехала в Россию, она же тут лаяла, я уже говорила, что вообще на нее управы никакой нету. Вот даже вечером, там, допустим, в 10 часов в джакузи пойдем, и она начинает там лаять, а ведь время уже 10, 10:30, ну, где-то вечера, 9:30, может. Я все говорила, что ну, неужели на нее управы здесь нету. И куда-то она исчезла. Вот я какой сегодня 4-й день приехала из России, и ни разу она не полаяла, ничего. Я думаю, что, видимо, кто-то нажаловался, и этот вопрос решили, слава богу. Вот. В общем, это видео я хочу сделать о зубах. Я уже говорила, я это видео помещу опять в плейлист. Кто мне писал, я как бы приехала сейчас, если кому надо, я вышлю. Но что я хотела сказать, это вообще мои любимые темы, две зубы и обувь здесь в Америке. Это у меня всегда была больная тема в России, как бы неразрешимая. И здесь я вообще прям посвящаю отдельные даже видео этому всему, потому что я знаю, как люди вообще ну, страдают от того, что там улыбаться не могут и все в этом духе. Так, ну, во-первых, я хотела бы сказать, что какие противопоказания. Я вот сейчас приехала в Россию, и у меня три моих родственницы, там, знакомые, они делали себе лазерное отбеливание. Ну, уже вот сестра у меня двоюродная делала, наверное, 5 лет назад. Это и у нее я ей дала пластинки, и, короче говоря, вот этим лазерным отбеливанием, видимо, очень портят зубы. Во-первых, это как бы стоит 12 тысяч, это $400, $380 где-то, и это, видимо, до того эмаль как бы вот всю сжигают зубов, что она сделала одну себе пластину и говорит, даже на приеме, когда сидела, говорит, не могла рот открыть, что у нее даже от воздуха было больно зубы. И потом тоже две, как бы, у меня знакомые, они тоже делали лазерное отбеливание, и тоже у них вообще зубы сейчас просто, ну, наверное, даже испорчены, можно сказать. Им вот эти пластинки одна-то сделала, как бы все равно у нее отбелилось, но это очень болезненно. Вот поэтому, кто делал лазерное отбеливание, я вообще не советую заказывать их, потому что, видимо, это уже зубы, ну, скорее всего, как сказать, плохо очень восстановятся обратно. И просто жалко, что вот действительно есть такой способ вообще щадящий, как я считаю, потому что вот все, кто у меня делал, ну, вот мои близкие, там, подруги, и у некоторых были болезненные ощущения, но, может быть, эмаль слабая, а вот у нас мы как бы не занимались такими отбеливаниями, там, лазерными, еще какими-то, у нас вообще очень хорошо, и, ну, вообще и эффект хороший, и нету таких болезненных ощущений. Вот поэтому, у кого было лазерное отбеливание, и лучше не используйте. Так, потом, что я еще хотела сказать? Конечно, когда я приехала в Россию, вообще первое впечатление, все у нас желтозубики. Я это не в обиду всем нам говорю, россиянам, потому что я сама такая же и была, и сейчас у меня эти зубы отбеленные не по высшей категории, как бы, но для меня это очень белые. Потому что я говорила, что у меня были вообще просто ужасного цвета. И вот я сейчас приехала и опять увидела, что люди-то у нас не улыбаются в России, ни на фотографиях, нигде. А если улыбаются, то даже мне раньше, если казались эти зубы у кого-то более-менее белые по сравнению с моими, какие у меня были, то сейчас они все желторотики. Вот, и поэтому, конечно, как бы, я все время думаю, господи, ну неужели нельзя это у нас выпустить в России, чтобы люди себя комфортно чувствовали, улыбались там на фотографиях везде. Я когда сестре сейчас делала, тоже визу заполняла, у меня фотография на грин-карте и разрешение на работу, и там я сижу, ну вот так вот. Вот такая фотография, она взяла, говорит, это что такое, говорит, ты что, с такой улыбкой, что ли, как бы на документах, я говорю, да, здесь, говорю, все с такими улыбками, и вот у Рика я тоже сколько не смотрю этих всех кредитных карточек, там, каких-то пропусков, там, на гольф-поле, еще куда-то, у него везде вот, как это,
Все они улыбаются, и зубы белые. Вот, поэтому, как бы, кто страдает этим, помогу, помогу, вышлю. Так, потом, что я еще хотела сказать? Так, сейчас посмотрю еще. Ну, все, в общем-то, вот про эти пластинки. Поэтому, как бы, в контакт пишите, там спишемся, и это, кому надо, вышлю. Вот, в общем-то, ну все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока!